Сейчас будет распаковка моих покупок с H&M. Покажу бижутерию, которую я успела купить. Вот в такой полиэтиленовой упаковке коробочка. В ней, как видите, реклама. Вот так вот положу. И в бумаге завернуто само изделие. Это латунный браслет. Померю на себя. Так, он на застежке. Мне, видите, помогает малышка Дайнерис. Пакетики она любит. Так, как расстегивается, я не знаю. Ну, как-то должно расстегиваться. Я, как, знаете, помните в этом фильме «Бриллиантовая рука», героиня домоуправшая, которую Нонна Мордюкова играет, пытался открыть шкатулочку, оттуда выскочил черт. Вот мне кажется, у меня сейчас будет примерно такая же история. Должен выскочить чертик. В общем, не знаю, как я ее открывать, но открывашка есть, видите. Надо привлечь какой-нибудь технический ум, который мне объяснит. Вот, вот такой браслет. Я его обратно упакую. Потому что у нас есть еще другие всякие интересные штучки. Не совсем правильно упаковала, но я старалась. Так. Вот обратно кладем рекламочку и закрываем коробочкой. Какие интересные штучки делает H&M. H&M на самом деле я очень люблю. Так, нет, плохо я упаковала, теперь не закрывается. Ну, попробуем еще раз. H&M я люблю, мне нравится их ценовая политика, всегда современные модели. В общем, всегда радуют их коллаборации и особенные коллекции. Я их постоянный покупатель, покупаю и женское, и для дома, и детское. Все, теперь закрылось. Смотрим следующее. Следующее колье, которое я прям очень хотела. Тоже упаковка на zip защелка. Видите, да? Открываем. Тут рядом мне рысь помогает. Вот, с надписью. Видите, дизайнерской. Дизайнер передает нам привет. Еще немного рекламной бумажной продукции и завернутую шелковистую бумагу белую. Вот такое колье. И знаете что? Мне оно очень нравится. Прям сейчас я отойду к зеркалу, побудьте без меня. Ой, ну это что-то с чем-то. Короче, я точно буду самая роскошная на любой вечеринке. Так, Русинда. Давай, девочка, не мешай. Шуршащая бумага – это самый большой соблазн для любой кисоньки. Нам теперь так же красиво запаковать. Вот, видите? Вот такие девочки нам мешают работать над блогом. Да, беги. Поворачиваем, поворачиваем. В общем, по моей оценке, это, вне всякого сомнения, 5 из 5. Но единственный момент, что я, конечно, насчет обратной упаковки вообще не силен. Здесь потом просить кое-кого, кто умеет хорошо упаковывать. Потому что это я, возможно,
не найду применить какому наряду. Может быть, оно пригодится другому человеку. Хотя мне очень нравится. Так, следующее смотрим. Что у нас еще есть из этих прикольных коллекций? Вот, еще один браслет. Надеюсь, хорошо видно. Еще один браслет. Тоже в такой полиэтиленовой упаковке. Белая коробочка. Иди, подруга. Помощница. Тоже дизайнерский привет. Описание каждого изделия вы можете посмотреть на сайте Эйчиков. Не буду я повторяться. Но вижу, что это черный браслет, который тоже sold out. На очень узкую руку. Ну, такую, как у меня. Видите? Вообще, такие браслеты хороши в паре. Они как манжеты. Ну, я купила один. Вот так. Убираем. Смотрим дальше. Не, надо было мне снимать, конечно, в другой разверстке для YouTube. Ну ладно. Так, ну это бандит. Крыся, ты модница, что ли, да? Ты модница, тебе надо тоже вот это все на себя примерить. Да, ты модная девочка с хорошим вкусом. Тоже любишь разные украшения. Да, у нас питомники, скажи. Все девочки модные, красивые. Я хотела бы знать, куда ты дела пакетик. Мы его потом поищем. Вот еще одно колье. Рысь, когда я говорю вот еще одно колье, это не к тебе адресуется, понимаешь? Упаковка такая же. Тоже листочек. Тоже шелковистая бумага. Рыся приготовилась. Да? Рысь, иди. И здесь, видите, какое оно? Со стразиками. Со стразиками. Кто мечтал, кто хотел и не успел, у меня они есть. Да. Да. А тебе такое нельзя. Это для взрослых. Ты еще маленькая. Да, тебе нельзя это, не трогай. Видите, какая роскошь. Сейчас я на себе посмотрю. Ой, ну сил нет. Просто какая-то неописуемая роскошь. В общем, такая вот небольшая зарисовочка. Надеюсь, вам было интересно. Подписывайтесь на мой канал.